Каждая зима в Барнауле выявляет одну и ту же проблему – снегоуборка. Конечно, все зависит от погоды. Нынешняя зима – полная противоположность минувшей. Морозы много крепче, сугробы скромнее. Для муниципальных чиновников это проблем почти не составило. Коллапсов, сравнимых с прошлогодними, не замечено. Чего не сказать о управляющих компаниях. Вот, например, двор дома номер 14 по улице Цеховой. Убрать можно было бы и лучше. Такую претензию можно было бы высказать управляющей компании «Старый Барнаул», если бы придомовую территорию убирал их дворник. Как здесь проходит уборка? Чьими силами? Силами жильцов проходит уборка. Непосредственно этот подъезд убирает свою территорию вплоть вот до дороги. Тот подъезд убирает свою половиночку. Вот. В основном тут живут бабушки. Они вот тоже вот помогают по силе возможности. А дворника у нас и не было. Светлана живет здесь 9-й год, и за все 9 лет управляющая компания не предоставила помощи. Дом многоквартирный, денег, которые жители отдают на содержание жилья, по словам представителей компании, не хватает. Если мы идем со Светланой по расчищенной дорожке, все это ее заслуга. Лопаты в подъезде не простаивают. Бывает, что и с работы, бывает и на работу, бывает во время обеда прибегаю. Потому что у нас в подъезде живут одни бабушки. Живем две старухи. Там наверху еще со Светой живет бабка одна. 80. А мне 92 года. Вам 92 года? Да. Я палкой разгребу ступеньки и пролазим. Убирать некому. А наша компания Красноармейский 108, 25-й офис. Вот мы туда деньги платим, им на зарплату. Они дворника не могут оформить, чтобы дворник пришел и убрал нам двор. Лидия Сергеевна сама участвовала в строительстве этого дома для сотрудников меланжевого комбината. И ее же сюда заселили в 56-м году. Вот и парадокс. Компания, которая этим домом управляет, не может предоставить дворника, чтобы расчистить путь пенсионерке. Хотя по закону обязана. Управляющие организации в холодное время года обязаны очищать крышки люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 сантиметров и сдвигать свежевыпавший снег. Очищать придомовую территорию от снега и льда при наличии колейности свыше 5 сантиметров. Очищать придомовую территорию от снега наносного происхождения или подметать такую территорию, свободную от снежного покрова. Очищать придомовую территорию от наледи и льда. Убирать крыльца и площадки перед выходом в подъезд. Уборка города несколько отличается от работы во дворах. Например, Анатолий Суворов, руководитель ДЭС-1 Ленинского района, управляющей компании, уверяет, что залог успеха – подготовиться к зиме заранее. Все же в Барнауле неожиданностью она не является. С лета начинаем готовиться, чтобы инструмент был у дворников, чтобы одежда была, как бы, потому что погода всякая. Вот вчера было тепло, сегодня холодно, нужно убираться. Так что начинаем с этого. Ну а проблемы какие? Проблемы, они, наверное, во всем городе, вообще везде есть проблемы, что сейчас много очень транспорта, который стоит. Но перед тем, как вот сегодня, например, мы убираем двор по Солнечной Поляне 9, то мы заранее предупреждаем владельцев, чтобы они убирали. И, ну, некоторые идут на это, некоторые оставляют, некоторые он всю зиму может стоять, техника ее вокруг ее убираем. По словам директора управляющей компании, главная проблема – тарифы на содержание общедомового имущества. Они невысоки и не позволяют развернуть работы в полную силу. Например, содержать технику для уборки дворов. Поэтому машины заказывают на стороне. Когда снежный циклон накрывает Барнаул, работы хватает и простым дворникам. Именно они чистят там, куда не может пробраться трактор. И люди этой профессии сейчас особо нужны. Дворников у нас в пределах, наверное, где-то меняется, ну, конечно, около 100. 70-80. Ну, дело в том, что заработная плата не такая уж большая. Поэтому, ну, на сегодняшний день достаточно. Во сколько вы встаете с утра? Ну, 6 ухожу, убираю все. Чтобы людям хорошо было ходить, не упали. У нас условия хорошие. Когда холодно, у нас там, где греться есть. А так все, инструменты обеспечиваются, все нормально. Дворник убирает свою территорию ежедневно. Тяжелую технику заказывают согласно расписанию. Это помогает содержать 130 дворов ДЭС-1 Ленинского района в постоянной чистоте. Вот так вот, руки на палочку.
на палочку. Извините, бабушке 90 лет, она это не может. Вот так вот я вылажу, вот. А вот Лидия Сергеевна вынуждена очищать путь перед собой тростью и ждать переселения в новый дом. Здесь пока помощи не дождаться. Трактор, который убрал двор в прошлом году, был редким подарком. Да и то от администрации Октябрьского района.